Всех, у кого день рождения, у кого какой-нибудь праздник сегодня, мы всех поздравляем с этим. You're so pretty when you cry. When you cry, wasn't ready to hear you say goodbye. Now you're tearing me apart, tearing me apart. You're tearing me apart. You're so London, your own style, your own style. Here together, we're so good, so good. Why are you tearing me apart, tearing me apart? Руководят здесь операторы, фотографы. Я буду и с вами, но еще также, да, основная задача, пока солнце, пока нет ничего, не дождя, нам зафиксироваться. Ну, у нас основная тематика, да? Свадьба в Париже, французская тематика. Поэтому где-то будут параллели это проходить. Просто суперский день торжественный. Просто ловите сегодня каждый момент, потому что вы потом будете вспоминать все это. Долгие-долгие годы рассказывать своим внукам. И просто пусть у них будет всем все по плану, а у вас все будет сегодня по любви. Ну, Ксенечка у нас второй ребенок. Мальчика как бы строгости держали, Антона, брата. А Ксенечку, ну, не шлепали, ничего, так сказать, в любви росла и в заботе. Помню, как-то ей где-то 6, наверное, было, платье мы купили. Папа говорит, хочу платье какое-то дорогое купить. Всего на 2 раза. Ну, вот так баловали, как говорится. Ну, потом вот выучилась. Состоялась как специалист, состоялась как человек. Вырастили, по-моему, нормальную девушку. Целеустремленную, с характером. Может настоять на своей точке зрения. От папы, наверное, немножко вспыльчивая, но отходчивая. От мамы это вот стремление к порядку, к чистоте. Ну вот теперь хочется, чтобы было личное счастье. Алло. Жень, ты, вы где? 5 лет назад примерно там познакомилась с Женей. Вот притирались все это время. Ну вот, теперь дождались мы, что сделал мне предложение. Как раз новогодние каникулы, неделя. Активно мы тогда посещали 50 на 50 ночной клуб, как бы танцевали, веселились чуть ли не каждый день, там, с 1 по 7. Там он меня заприметил, там, вроде как стеснялся подойти, там. Ну, так получилось, в общем, что моя подружка, с кем я тогда была, она захотела пораньше домой уйти. Я вроде как захотела остаться, 5 минут побыла и думаю, блин, что-то скучно, думаю, тоже поеду домой. Как бы выхожу такси, и он как раз подъезжает. Там прадик тонированный, вот так стекло немножко приотпущено, и такой взгляд, главное лицо, ничего не видно. Типа, девушка, вас довезти? Я говорю, да нет, спасибо, я уже такси вызвала. Ну и все, еду, и мы, получается, с полтинника до микрорайона, до круга едем. Мне уже как бы не по себе, потому что он за нами едет. Уже как-то таксист занервничал. Ну и благо он потом уже ушел на авиадук. Ну и все, я спокойно как-то... Ну я же его еще не знала, все равно, думаю, подозрительно, что-то преследование какое-то.
Мы опять на следующий день были в ночном клубе. Там он уже решился, подошел, познакомил. Ну, как он потом рассказывает, что он вообще, что у него губы тряслись, руки тряслись. На следующей неделе зима, что делать там? Ну, пошли в кино, покатались. И он почему-то вот сразу мне всю свою жизнь выложил, все, что надо и все, что не надо было бы у меня знать. Я, пока мы катались, через неделю в любви признался. Ну, я как нормальный, серьезный человек, ну, думаю, ну, как обычно, что за... Оказалось, что это, ну, все-таки действительность. После года он говорит, ну, я действительно, да, что, типа, влюбился и все. И я понимаю, что как все люди не идеальны, что да, на свете лучше есть и хуже, но как есть поговорка, только сердце выбрало, и другое не нужно. Просто я помню один прекрасный момент, когда мы, Женька, с тобой едем, ты мне говоришь, я когда первый раз встретил Ксюшу, когда я ее увидел, я обомлел, я не мог, меня трясло, я бы боялся к ней подойти. Я боялся к ней подойти, но все же я набрался смелости, подошел к ней. И тогда у тебя была в душе эйфория, ты был на высоте. Я хочу, чтобы ваша жизнь всегда так протекала, всегда так была, чтобы ты не забывал это чувство, любовь. Платье рассказывала, что я пошла как бы в один, и вот третье там платье я делаю, и поняла, что вот это мое, и все, оно так село, вообще клево. Ну и, конечно, для меня очень важно по ощущениям, то есть нигде ничего не колет, все так нежненько, и все. И я ради интереса померила еще несколько моделей всяких разных, но всем было понятно, что это вот это платье. Скучаю, обожаю, схожу с ума и умираю. Хочу обнять, поцеловать и никогда не отпускать. Ты в крик души моей поверь, я не отдам тебя теперь. Владимир Прокопыч! Я здесь. Отдайте, пожалуйста, мне вашу... Любишь? Люблю. Будешь на руках носить? Буду на руках носить. Ну, хорошо. Невеста, невеста. Это мне красиво. Цените те моменты, которые делают вас счастливыми. Что, проходим к столу? Вот, поэтому, ребятки, держитесь друг за друга, любите и цените. Мама. Самое главное, прощайте друг друга, умейте. Всего вам хорошего. Любите друг друга всю оставшуюся жизнь. Нет, он коронную фразу забыл. Он обычно в каждом тосте всегда говорит в конце: и не забывайте дядю. Нет, и не забывайте родителей своих. Помните всегда, что родители для вас – это самое главное. Любите их и уважайте всегда. И помогайте им по мере возможности, конечно. Женя, спасибо огромное. Представляю тебе, все хорошо. Спасибо. И так волнуюсь от ты. Подарить тебе твоего ангела-хранителя, чтобы он тебя оберегал всегда, твою коллекцию. Маша говорит, я тебя хочу поздравить сегодня последний раз, пока ты еще Корчевская. Ты будешь другим человеком. Как папа на работе. Ну все, она уходит. К нам придет новый доктор.
нам нужно. Свидетели сразу заходят и говорят, что мы прибыли. Потом нас куда-то должны отвезти, вы ждете там, как обычно. Потом я прощаюсь с девичьей фамилией. Everything's beautiful. The cotton fields, the open road, the radio plays a song. Я поздравляю вас с этим знаменательным днем. Sing along, la, 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 la. Любви вам, согласия, счастья, много-много деточек. Я думаю, что это не за горами. И надеюсь, что скоро мы ощутим, что такое внуки. Будьте счастливы, любите друг друга, доверяйте друг другу. Это особенно очень важно в вашей только начинающей семейной жизни. Женя, я хочу сказать, что столь долгий срок, в течение которого вы встречались, он уже говорит о том, что ваш выбор очень осознанный. Говорят, что браки заключаются на небесах. Мы смеем надеяться, что они действительно заключаются на небесах. Я желаю вам долгой жизни. Ты замужем, как за каменной стеной. Муж твой, твои плечи, твои руки. Я думаю, что у вас все будет хорошо, и все у вас получится. Он у вас большая умница, красавица. И я думаю, что ваша пара сегодня вот просто красивая и замечательная. Идите по жизни рука об руку, какие вы сейчас и сегодня. Счастья вам и удачи, любви. Добрый день, уважаемые жених и невеста. Добрый день, уважаемые родители и гости. Мы искренне рады приветствовать вас во дворце бракосочетания на торжественной церемонии регистрации брака Корчевской Ксении Владимировны и Почечуй Евгения Владимировича. От имени Российской Федерации мне доверено зарегистрировать ваш брак. На земле нет счастья более желанного, чем большая и светлая любовь. Любить значит жить жизнью человеком, который тебе дорог. Делить с ним пополам не только радости и мечты, но и трудности. В нашей стране никто не принуждается к заключению брака. Свое решение вы приняли добровольно, и выбор в этой жизни каждый из вас сделал сам. Сюда вышли и ваши родные и друзья, называли женихом и невестой. Отсюда пойдете мужем и женой. Это очень большая ответственность, поэтому позвольте еще раз задать вам вопрос. Является ли ваше решение о вступлении в брак взаимным, искренним и свободным? Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас, жених. Да. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации сегодня 24 августа 2013 года ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга! Ваш первый семейный документ в связи.
Ксения сегодня сменила нашу фамилию на твою. Она понимает, что ты, что таким образом, это правильно, вы создаете свою семью. Вы создаете, надеюсь, крепкую и надежную семью. Мы вырастили прекрасную дочь, умницу, красавицу. И она сегодня уходит из нашей семьи в вашу семью. Но я хочу, чтобы она в вашей семье чувствовала себя как за каменной стеной. Женя, прояви свои мужские качества. И чтобы она почувствовала себя женщиной счастливой, расслабилась и родила две. Мы хотим, чтобы наша дочка была вот в вашей новой семье, как за каменной стеной, Женя. И так пусть всегда будет. Я просто хочу сказать, что мы принимаем эстафету, принимаем вашу красавицу, будем ее беречь, холить, лелеять, любить. И хочу сказать, чтобы у вас... мы благословляем ваш брак на крепкий брак. Крепкий, надежный, чтобы на долгие-долгие годы. Чтобы шум и радость ребятишек радовал не только нас, всех друзей и всех людей. Крепкой вам семьи. Уважаемые родители, примите наши поздравления и искреннюю благодарность за то, что вы вырастили и воспитали достойных, замечательных детей. Здоровья вам! И я вас первыми приглашаю поздравить ваших деток, пожалуйста.
это действительно большой труд. Вот глядя на наших мам, пап, как вот все-таки сложно преодолевать какие-то моменты. Обязательно друг к другу относитесь с большим уважением. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки резких слов. Встань над ссорой, будь мужчиной, это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться, но коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не дай из-за зря разбиться. Но в одном лишь не отступай, на разрыв иди, на разлуку. Только подлости ты не прощай и предательства не прощай никому, ни любимой, ни другу. Пожелаю, чтобы в вашей семье всегда царила любовь, верность, доверие, взаимоуважение, взаимопонимание, достаток, конечно, и чтобы всегда звонкий смех детишек у вас дома звучал. Всего самого хорошего. Мы счастливы за вас, а вы должны быть счастливы, что вы есть друг у друга. Все. Любите друг друга, цените друг друга, иногда терпите друг друга, прощайте друг друга. Ну и горько. Горько! Горько! Апреля у него был день рождения, и он мне сделал предложение. Я позвала всех его друзей в гости, сюрприз ему сделала, наготовила, и в конце он мне сделал предложение. Ну, еще кольца не было, так получилось, а через неделю он уже еще раз как бы сделал. Some kind of magic. Я мылась в ванне, вообще-то открывается шторка. И Женя с коробочкой. When the moon smiles down at me and bathes me in its light, I fell asleep beneath you in the tall blades of grass. When I woke, the world was new. I never had to ask. It's a brand new day.
a brand new day. For the first time in such a long, long time, I know I'll be okay. Save the best part for last. Самое главное, чтобы вы понимали, без слов, с одного взгляда, вы знаете, как это может быть. Любили, ценили. Давайте тише. Поздравляем. It's a brand new day. The sun is shining. It's a brand new day. For the first time. Such a long, long time, I know I'll be okay. Вам первым осушить бокал. Можно поднимать? По чуть-чуть, да по полной нас. Нет, по чуть-чуть. Я везде живу. По фамилии. По фамилии, да? По чуть-чуть. По фамилии. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Время. Стоит в свидетельстве печать. Ну что, супруги молодые, вам в этот вечер пожелать? Коль вы женой и мужем стали, наш первый основной совет. Живите счастливо и дружно. Хотя бы первый, ну, сто лет! Желаем вам всего хорошего, любви, нежности, счастья и долгой-долгой совместной жизни. Мы с папой дарим вам свадебное путешествие на море. Вы знаете уже об этом. От себя я поздравляю вас. Желаю всего самого наилучшего. Берегите друг друга и будьте счастливы. Хочу внуков. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Жень. Quelques éclats de verre. Ты сегодня мне читал стихи под балконом, признавался в любви. Я хочу ответное слово тебе сказать. Мы с тобой очень разные, но в то же время где-то очень похожи, очень эмоциональные. Может быть, поэтому огонек нашей любви еще не угас до сих пор. Мы с тобой уже 4,5 года вместе. Я тебя очень люблю. Спасибо за то, что ты есть. Я тебя люблю. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. Je t'aime.
желаю здоровья, счастья, любви. Всего хорошего. Дорогие внучата, поздравляю вас с вашим прекрасным сегодня днем. Дай Бог вам здоровья, мира, любви. Уважайте друг друга и будьте счастливы. Полюбуемся на них. Первый танец. Молодых аплодисменты. Где ты, где ты, где ты? Беспокойное сердце за невидимой дверцей притаилось. Где ты, где ты, где ты? Два удара в секунду пополам почему-то поделилось. Белой полосою нарисуй дороги середину. Здоровья, счастья, денег, детей. Чтобы вас не покидала радость никогда и любовь сопровождала все дальнейшие года. Сегодня вы свою семью обрели, и я хочу, чтобы вы ее сохранили через всю свою жизнь. Любите, цените друг друга, уважайте, понимайте, верьте, самое главное, верьте друг другу. Любите друг друга, чтобы у вас все было взаимно. Взаимная любовь, взаимопонимание, взаимоуважение и так далее. И следующая музыкальная композиция «Отношения есть только для тебя». Евгений, встречай, поехали! Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь. И по ночам не плакать по мелочам. Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна. Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный, ты с другой планеты. Моей мечты. О, Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И дочка, и дочка. О, Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. У нашего новорачного, не удивляйтесь, у него сердце где? Не слева, а справа. Там, где сидит она, очаровательная жена. Пожелаем же, чтобы этот феномен сохранился на всю их долгожданную счастливую жизнь. Живите, радуйтесь жизнью своей, не ругайтесь, не ссорьтесь. Просто наслаждайтесь, если вы любите друг друга, собой. Каждый занимайтесь своим делом, что-то нравится друг другу. Но главное не ссориться в этой жизни. Найти, как сказал вот Сергей Николаевич,
взаимопонимание. Всегда должно быть понимание. И знаете, я всегда рядом. Женщина состоит из двух слов. Жена и чин. Мужчина из двух слов. Муж и чин. То бишь, чтобы женщина делала так дома, чтобы было красиво, уютно, мирно и спокойно. Мужчина, чтобы было дома все. Чтобы было уютно, тихо, мирно и спокойно. Ксюха, сделай так, чтобы Женя вел себя нормально. Женя, сделай так, чтобы не стать подколгучником. За вас, друзья! Самое главное, что маленькие почти по дому бегали, и время у вас на них не хватало. Я прям за ними просто сюда, как мы сейчас. Как вы нам год назад ждали, вот сейчас у нас такой же бегает человек по дому, чтобы у вас червяки через год уже бегали. Я дарю вам огонь этого очага, чтобы все то хорошее, что было в родительском доме, в нашем доме, было и у вас, чтобы оно было, чтобы оно приумножилось, чтобы вы отношения свои берегли, охраняли, чтобы любили друг друга, чтобы было у вас все хорошо. Я люблю вас, мы вас любим. Ну что же, уважаемые друзья, сейчас мне хотелось бы предложить нашим родителям погадать на нашего зятя и невесту. Команда невесты, и команда жениха, соответственно. Ну а вы должны будете танцевать и показать команде соперницы, что вы именно вы классно танцуете. Alors, qui dit études dit travail, qui dit
taf, je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Et qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Et lui dit assis dans la merde. Et qui dit amour dit les gosses. Et dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famine et dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Какой-то белый порошок, кой странный вкус темнеет в глазах. И ты сказала, окей, до встречи в небесах. Я понял, это намек, я все ловлю на лету. Но непонятно, что... Что ты, мелоди-ду? Что ты, мелоди-ду? Что ты, мелоди-ду? Что ты, мелоди-ду? Прошла немая тоска, все у меня хорошо. Прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты имела в виду. Что ты имела в виду? Что ты имела? Что ты имела в виду? Что ты имела? Что ты имела в виду? Что ты имела? Что, уважаемые друзья, давайте поднимем бокалы за друзей, которые всегда и в любой ситуации помогут нашим новобрачным выйти достойно из нее. Звон бокал, уважаемые гости! Сегодня вы сделали шаг в новую жизнь, поэтому хочется пожелать вам добра, тепла и много радостных дней. И помните, что крепкая семья – это залог вашего успеха в жизни. Хочется, чтобы ангел-хранитель вас хранил вашу семью. Si à ta place, dans cette maison de glace, je compte... Знаете, говорят, что в этой жизни нет универсального рецепта счастья семейной жизни. Мы от всей души желаем вам найти его. Может быть, этот путь не будет слишком быстрым, но проживая свою жизнь каждый день друг с другом, вы, я уверена на 100%,
обретете тот самый ключ к этому счастью. И, может быть, через несколько лет, а может быть, через несколько десятилетий вы легко откроете эту дверь и поймете, что, может быть, на самом деле это очень просто быть счастливым. И мы вам очень сильно этого желаем. Мы вас любим. Мы хотим вам пожелать, чтобы тот семейный корабль, который вы сегодня создали, преодолевал самые тяжелые шторма, самые большие волны, чтобы ему это было все нипочем. Ксенечка, Женечка, мы вас очень любим. Удачи вам. Берегите друг друга. Берегите свой очаг, который вы сегодня создали. И тут прошу нашу невесту пригласить на танец того, кого она хочет. Ты порой был строгим очень, незаслуженно между прочим. Ты любил меня больше жизни и добра для меня хотел. Чтобы я хорошо училась, чтоб случайно не оступилась, и чтоб дома было не поздно, и счастливым был мой удел. Папа, 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 посидим вдвоем. Папа, 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 по чуть-чуть нальем. Мы с тобою, большое спасибо хочу сказать нашим родителям, благодаря которым мы знаем, что такое семья, как ее, как она создается, и просто за то, что они у нас есть. Спасибо, родители. Дорогие друзья, дорогие родители, хочу сказать вам спасибо большое от нашей семьи. Всего вам самого наилучшего. Спасибо, что вы пришли на наш праздник. Я надеюсь, что все ваши пожелания сбудутся. Верю, что все наши мечты сбудутся. How many miles, how many steps must I take?
How many tears, how many times can I break? Show me the meaning now. Show me the reasons why. Does it make sense somehow? Oh, мне кажется, любой семье счастье, когда дети в доме, когда появляются детишки, когда крики, плач, улыбки. Ну, тогда настоящая семья. Поэтому хочется пожелать ей, ну, может быть, даже двух детей. Сейчас много не желают, мальчика и девочку. Ну, там уже, как говорится, Бог даст. Так что счастье ей. Ну, а мы уже рядышком поможем, чем сможем. Профессиональная цифровая кинофото видеостудия. Производство рекламы, видеоклипов, 3D-анимации.